Кутюськи, кутюськи. Боже, какие красивые лисички бы, ну, стали, ну, такие красивые. Боже, какие они страшные были. Я даже думала, что это шакалики. Я всем рассказывала. Оказывается, это лисички, лисюшки мои. Это я им листы прогнала. Я откормила их. И теперь я смотрю, они стали одеваться. А то на них не было шерсти, были какие-то клочки. Слушайте, я убью эту кошку. Это... Пошла вон жирная свинья, иди отсюда. На. И совсем, вы видите, уже не боятся. Они бы, если бы не эти кошки, они... Пошла вон отсюда. Обжора. Они же, ну, кошки у меня жирные уже. Показывала и говорила. Ой, этот еще не кастрированный, новый выброшенный. Вот такая беда. Ну вот. Мамасюльки мои бегают, их зовут кутюськи, путюськи, кутюськи, путюськи. Брысь отсюда. Кутюськи, путюськи. Хватай, хватай, хватай. Я вижу, что хвостик уже лисий становится. Это вроде как и хорошо с одной стороны. А с другой стороны, что хорошего, если мрази начнут на них охотиться. Я только не могу понять, почему они такие, они меньше кошки по размеру. Кутюська, путюська, сладкая кутюська, путюська. И морды такие мают. По-моему, таких лис не бывает. Или это какая-то разновидность, или, может, они жили здесь до нас, из поколения в поколение так измельчали, деградировали, стали такими масюльками, маленькими. Такие, это же взрослые особи. У них детки еще меньше. Такая бы припрелись, я бы забрала домой. Но у меня маленькая территория, им будет плохо. Как бы выловить, кастрировать, только как, а как их выловить? Надо звонить куда-то в сафари, в какой-то зоопарк, может, у них есть ловушки, чтобы вы выловить их, чтобы они не плодились, потому что здесь не дикая зона, здесь село. Со всех сторон это самое, как его, до дорога, трасса. Они, кстати, выбегают на трассу. Мне муж говорил, что они маленькие собачечки такие. Ну, такие, знаете, как... они меньше левреток будут. Ножки, ну, такие тоненькие. Просто таких, ну, ножек не бывает. Точенькая такая. Их зовут кутюськи, путюськи. Они знают, что они кутюськи, путюськи. Кутюськи, путюськи. Хорошо, буду дальше как кормить. Все, он там еще в кустах несколько сидят. Эти моя кутюська, путюська такая нарядница. Потому что расплодятся, их начнут убивать, если истреблять начнут. Их пока еще не все быдло знает здесь, что они живут. Так некоторые ночью, которые проезжают, могут видеть. А так люди не знают. И они иногда так по селу идут, и начинается этот псячий, истеричный, захлебывающий лай. Вот до рыгаловки псы начинают лаять. И это ужасно. Это, видимо, проходят они. И эти псяки слышат. И начинают вот это подымать лалай. А люди, видимо, пока еще не знают, из-за чего. Но это ужасно. Среди людей жить невозможно. Люди не должны жить на этой планете. Бог придет, он всех уничтожит. Ну все, машина едет. Мрам-мрам разная. Сейчас будут сбивать кушать.